Событие, которое невозможно забыть. Впечатление, которое окрыляет и наполняет энергией. Торжество, способное открыть целый мир. Мир новых возможностей и перспектив. День Тианде в блистательном Санкт-Петербурге. Шеститысячный зал северной столицы «Ледовый дворец» распахнул свои двери для великой команды Тианде. И в честь дня рождения международной корпорации был дан колоссальный по своему размаху бал. Бал в вашу честь, господа! А когда в Ледовый дворец въехали шикарные мерседесы по промоушену «Мерседес скорости Анде», зал буквально затаил дыхание. Я оказался среди тех счастливчиков, которые уже практически получили этот автомобиль. Эмоции переполняют, чувства переполняют. Я благодарен этому дню, этому празднику. Я благодарен всему, что происходит в моей жизни. Я участник программы. Я желаю вам всем быть на этом пути. Этот промоушен Mercedes – это не люди для компании, а компания для людей. Даем новый бонус, автобонус. И при выполнении условий в течение 3 месяцев у каждого из вас, сидящих в зале, здесь, там и здесь, появится уникальная возможность стать участником программы. Mercedes скорость Тианде! Уже сейчас в моей структуре многие люди поставили высокие планки. Получение машин, увеличение товарооборота, рост новых рангов. Более 100 партнеров поднялись на сцену Ледового дворца и получили сертификат участника программы «Mercedes скорость Тианде». Они – обладатели престижного авто. А каким авто управляете вы? Какой автомобиль – ваша мечта? Если Mercedes, то вам к нам в международный бизнес Тианде.